Добрый день, уважаемые любители распиленных масляных фильтров. Сегодня на обзоре у нас Малле О110, сделано в Китае. Так вот выглядит корпус. Бачкот, выжженный лазером. Посмотрите в прошлом видео разновидности Малле. Это вот одна из них. Если сделано тонким вот этим тонким шрифтом, выжжено как в краске, это значит, у нас будет белый стеклянный герметик, очень прочный, очень толстая бумага, 0,6-0,7 мм. Довольно-таки познавательно, по-моему, 4 варианта насчитал. Есть еще больше. Резьба имеет мехобработку, каких-то проблем не выявлено, крупные заусенцы все срезаны, тут фильтр выглядит так, указана резьба 3/4 дюйма, резинка не имеет краску, то есть оригинал, не оригинал, по резинке вы не отличите, да и китайские Мале пока никто еще не поделает. Обратный клапан на входе масла. 100% резина, не силикон, в минус 20 довольно-таки сильно дубеет. Но за счет того, что кромка вот эта довольно-таки тонкая, вполне себе отжимается нормально. Клапан поджат катушкой в закрытом состоянии. Есть какая-то упругость, сейчас постараюсь показать. Я думаю, видно, как резина деформируется. Так называемый преднатяг на закрытие клапана. Порядка 2-3 мм. Есть достаточное пространство для открытия клапана. Каких-то дополнительных мехосопротивлений быть не должно. Точнее, гидравлических сопротивлений движению масла. Перепускной клапан из пластика. Такая оригинальная конструкция. Оригинальная в том плане, что слабая пружина, усилие открытия 1,15 кг, диаметр вот этого седла, куда опирается клапан, 1,2 см, давление перепуска у нас получается 1,02 атмосфера. Для примера, в клапане Мале в фильтре Мале О47 у нас 2,77 атмосфера. То есть этот фильтр копия Мале О47, но давление перепуска снижено до 1 атмосферы. Сделано это потому, что данный фильтр 110 у нас как бы это считается для старых мерседесов. 124-й, 126-й кузов, двигатели 3 литра. Там производство вообще древние года, 88-й, 92-й года. Ну, из-за древней применимости, да и ничего страшного нету в плане используемых материалов в фильтре. То, что древние модели, это не значит, что какие-то будут применяться здесь бумаги тонкие и прочее. Заливка герметиком. Прекрасная. Ни проклея нету. Вот с этой стороны потолще герметик. С этой стороны, как обычно, чуть потоньше. Как обычно, я имею в виду, что данный производство фильтров, где тонкий бачкот, там всегда вот этот стеклянный герметик очень прочный. Всегда с одной стороны хорошо залито герметиком, с другого потоньше чуть. Центральная туба для данного фильтра типичная для китайского Мале. Сейчас такая же перфолента идет вот это. Это не как в австрийских фильтрах. Заусенцев нету, все прекрасно. Бумага вообще по толщине прекрасная. 0,64 мм. Тактильно, как картон настоящий ощущается. Вес материала 25 грамм. Толщина 0,64, как уже площадь 11,73 сантиметра. Так что в данном фильтре все прекрасно. Если кому-то хочется поставить Малеус 264 китайский, но боится повышенного давления перепуска в 4 атмосферы, вот вам, пожалуйста, вариант фильтра с давлением перепуска 1 атмосфера.
для каких-то, возможно, старых двигателей. А может, кому-то в Octavia 1.6 BSE двигатель отлично пойдет. Так что имейте в виду. Спасибо за внимание. А, еще хотел сказать, что данный фильтр О110, он как предназначен для мерседесов, у которых не было вот этого перепускного клапана. То есть, вы, если вы купите данный фильтр австрийский, на современной модели все-таки не ставьте его австрийский. Там будет без перепускного. Есть всякие риски соответствующие. Если купили китайский Малео 110, теперь вы знаете содержимое, что можно вполне его ставить на все двигатели. Всем спасибо, до свидания.